Новогодние торжества прошли, но детям всегда хочется внимания, веселья и праздника. Подарить им незабываемые эмоции можно в джунгли-парке. Для всех тех, кто активно изучает окружающий мир или просто очень любит животных, будет интересна к посещению выставка-зоопарк «Джунгли-парк». Здесь можно увидеть экзотических особей, покормить четвероногих лакомством и даже увидеть настоящее зоошоу. Например, как попугай Ара качает пресс. Или как метровая шпароносная черепаха катает на панцире лемура. Помимо этого, посетители узнают много интересной информации. Опытные гиды расскажут про уход за животными, происхождение и привычки. Гоша, давай, покажи крылья. Орла, покажи Гошеньку. Давай, 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 красавчик. Вот, молодец. Такое занимательное времяпровождение надолго останется в памяти и точно понравится вашему ребенку. Джунгли-парк работает в торгово-развлекательном комплексе «Плазма» до 22 января.